друзья, всем привет. Приехал на рыбалку на Ташморе. 3 октября. Температура градусов, наверное, 3-4. Замерз. Но уже солнце выходит. Вот, воды прибавилось, еле доехали, все замыло. Сейчас будем закармливаться. Попробуем что-нибудь половить. Может, поймаем. Вроде всегда ловили здесь. Замешал вот такой вот прикормку там, с ароматом меда, барбариса, добавил кукурузы. Сейчас буду ракеты запускать, кормить точку. Все, точку прикормил. Теперь буду собирать снасть. Приобрел себе такое вот фитерное удилище с тестом до 110 грамм на удилище. Сегодня первая рыбалка на нее. Попробую поймать. Вообще купил ее сыну. Сын в машине, холодно. Сейчас согреется чуть-чуть, выйдет, половит со мной. Ну, так как здесь особо таких трофейных я ловить не собираюсь, возьму кончик такой, со средним вот, такой красный возьму, вроде бы он средний, но тут самый мощный, возьмем зеленый кончик, вроде палка крепкая. Плетенкой. Что-то леске я не доверяю. Постоянно рвется. А грубую 0,3-0,3,5 оставить не хочу. Поэтому плетенка 0,2 самый раз. Руки замерзли. Не думал, что будет так холодно. Взял какие-то перчатки. Вот у нас карабинчик здесь. Здесь делаем, ну, сантиметров 15. Петельку еще одну. Смачиваем обязательно. И затягиваем. Все. Вот опять. Сюда поводок. А здесь будет кормушка. Лишнее отрезаем. Точку-то я закормил. А вот дистанция у меня установлена на палке, которую я закармливал. Сейчас вот на этих двух рогачах измерим дистанцию и выставим ее на этом фидере. Теперь выставлю дистанцию вот на этом фидере. Все.
Ну все, друзья, леску мы отмерили, заклипсовали на фидере. Теперь можно ставить кормушку и начать ловить. Начну ловить с 30-граммовой такой кормушки. Вот. Походу тело будем уже менять на больше или меньше. Это кормушечка у нас. И ставлю поводок. Поводки у меня есть готовые. Вот поставлю я-ка. Это на крупную рыбу. Поставлю сейчас пока вот этот. А там уже, по ходу дела, сейчас свяжу еще поводки. На прошлой рыбалке было очень много обрыва. Сел возле коряги, поэтому готовых поводков с крючьями нет. Начну ловить опарыша. Посмотрим, кто там на точке есть. Но крючок однозначно менять надо. Опарыши такие замерзшие. Постоят на солнце, прогреются. Ну все, первый пошел. Походу белянка. Да, что-то есть, но вот здесь трава такая, да? За нее цепляется все. Все на свете. А нет, карась. А? О? Первый карась. Ого, блин, поклевка, смотри, на откуда. Ой, ушел. Сики! Есть. Есть? Есть? Да, да. Это что, сазанчик что ли? Ну-ка, давай. Да, походу. Давай сюда. А, сазанчик попался вот такой вот. Сазанчик. Есть.
такие вот карапузы периодически поклевывают. Хорошо. О, цики. Нету? После обеда. А ты устал, что ли? Если что подсечешь, потому что у меня там вроде клёв. Всё? Такие вот красивые карасики попадаются нам сегодня. Такие вот одинаково практически размера. Ну хороший вот ладошечный карась. Продолжаем рыбалку. Летающий карась какой-то. Вот такие карасики у нас. Вот такой вот рыбак сидит, ловит здесь. По-моему, уже меня переловил. Или нет? Вот такие вот. О, есть. Хороший карасик. Хороший карасик попался. Вот. Ну, какой, да, сколько здесь? Грамм 200. Как сумасшедший клюв. Тихо, тихо. 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 Не цепляется. А, есть. Вот, вот. Ловим дальше. Таких вот три опарыша и одного червяка мелкого так нарвал. Вот такая вот насадка. Прихванка уже кончилась. Высохла почти. Три оборота стоп. Mm-hmm.
этом пришла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Мы были на Ташморе, ловили карасика. Ну, хорошо провели время. Осы, правда, заманали. Но ничего, зато есть кое-какой результат. На сегодняшний, даже не день, утром. Вот такое вот количество карасиков. Хороших таких карасиков, ладошечных. Мне удалось поймать с сыном. Возьмем их с собой домой. Пожарим все карасики. Такие вот красавцы попались нам сегодня. Этот самый большой попался. Вы были на канале Дико Вкусно, рубрика Рыбалка. До новых встреч!